Комплексный дорожный ремонт в Владивостоке должны были начать после 15 апреля, но уже сегодня на части объектов работы в самом разгаре. Раньше запланированного срока подрядчики приступили к ремонту дорог и проездов на улицах Олега Кошевого, Луговой, Светланской. В этом году правительством Приморского края предоставлена субсидия в рамках выполнения мероприятий по ремонту проездов и дорог на территории Владивостокского городского округа. Подготовлены, разыграны контракты, заключены контракты на более чем 20 объектах. По условиям контракта начало выполнения работ с 15 апреля по 15 августа на отдельных участках подрядчики уже приступили к выполнению работ. Это Луговая, 71, это Олега Кошевого, Светланская. То есть на этих участках уже подрядчики выполняют работы именно строительно-монтажные. По остальным объектам стадия согласования документации, получения разрешительных документов. На основании тех графиков, которые будут предоставлены, будет организована работа подрядчиков. На проезде вдоль Светланской 87 и 87В, а также Пушкинской 22 сейчас рабочие снимают старый разрушенный асфальт, убирают уже пришедшие в негодность бортовые камни. К середине августа здесь должны восстановить сеть ливневой канализации, провести необходимые подготовительные работы и уложить новый асфальт. На Луговой от 81А до 71А возведут новую подпорную стену и выполнят другие необходимые подготовительные работы. Начнется асфальтирование дороги. Еще один объект, где кипят ремонтные работы, это участок вдоль домов номер 27 до 33 на Олега Кошевого и от Бурачка к Олега Кошевого 27, 27А и 29А. Здесь монтируют бордюры, делают скальные и щебеночные основания, готовят тротуары и дороги к асфальтированию.